Слово, Савельич, почему? Хотел показать вам это яблоко. Внимание, небольшая учеба. Вот оно. Обратите внимание, дикая засуха. Урожай был средненький. Плоды поменьше. Ну, так, грамм на 100. Вот они. Окраску не набрала. Но, тем не менее, мы имеем феноменальный сорт, который раньше назывался... который я сейчас называю Golden Delicious. Оказывается, это неправильно. Его нельзя называть. Я его назвал Golden Delicious, золотой Delicious, пробуй со вкусом. Так? Но черенков ни одного вам не даю, не продаю. Все достанется Сергею. Но я срезал несколько черенков. Это экспериментальное дерево. Я долго доставал именно богатырь. Вот это богатырь. Несколько черенков есть. Смотрите внимательно. Приплюснутая форма, окраска, все прием. Значит, особенность. На дереве всегда висят плоды вот так. Вот так. Два плода. И всегда такая форма. И если так не висят, значит, это не богатырь. Несколько черенков для вас запасено, не больше 3-5. Ладно. Теперь. Ну, сами знаете, в основе моих лекций лежат переписка. Вот. Посмотрите, что умный человек пишет. Ну, пусть с акцентом. Мой русский сосед Кавашига, нет, не так, мой русский сосед Кавашего года, значит, видимо, пенсионерка, один раз в неделю приходит своим 43 года детям, ну, то есть дети взрослые, и ругает, что не убирает мусор и траву, а потом сжигать, чтобы все было чисто. Показывает на мой огород, и сноха вместе потом смеются за траву много когда. То есть, перевожу на русский язык. Надо убирать мусор, и тогда смеяться не будут. А я вообще не убираю и не отрезаю траву 3 года уже. Зато земля мало просит воды. Так. Кстати, перекопка земли считается спасением это водозадержанием. Еще один дурдомский совет. Семена, все, трава, много не растет. Правильно. Вот где перекапывают, там, я уже на прошлом видео говорил, там растет буйно, потому что перекопал, и считайте, не только весной, в середине лета, все равно бурно всходит вся трава. Бурно всходит. А здесь получается, что когда задернение, трава, которая место заняла, она его никому не отдаст, пока ее не перекопаешь или пока не скосишь. Вот. И получается вот этот товарищ или эта дама, вот поди догадайся, вот, на моей стороне. Вот. И когда-то я то же самое начинал с того, что то не сделал, то не сделал, то не сделал. Нет, один раз отрезал вот такие ветки в основании, потерял 3 взрослых, первые 3 мои дерева, 2 пепина, ой, каких плодов было. Вот, и одна попировка я уничтожил своей рукой. Потом началось прозрение. А так, мне просто некогда было убирать, а потом я думаю, а нахрена убирать, если у меня это, урожай ломится. Зачем я буду траву убирать, особенно прошлогодние листья и так далее. Вот.